короче, ищем выгрузку. Ни хрена не могу найти. Сейчас вот, короче, у парня спросил. В общем, элемент трейд — это, блядь, монетка. Но Яндекс Навигатор ведет не туда. И как я забивал, и монетка, и, блядь, РЦ монетка, и элемент трейд, РЦ элемент трейд. Все он, блядь, в какую-то ведет, какую-то, блядь, лабуду. Я вот сейчас опять этот поставлю маршрут. Под ваши аплодисменты я покажу маршрут. Через 200 метров поверните направо. Приводит, блядь, вообще какую-то... Совсем, короче, не туда, куда нужно. Мы вот сейчас уже второй раз, короче, круг нарезаем. Увидел машину, фуру, монетку. У него спросил, он говорит, не-не-не, тебе вот туда-туда, перед ТЭЦ надо было повернуть, получается, налево. Повернись направо. Ну а я, как умная Маша, думаю, что навигатор приведет, все нормально. А координаты забиваешь, которые в Каргаране, он вообще уводит туда, в сторону Тюмени. То есть вообще, еще отсюда 25 километров в сторону Тюмени. Блин, ну вот как так? Ну вот координаты же, ну машина выгружается, ну возьмите вы геолокацию, где стоит эта машина, блять, и сохраните нахуй. И забейте эти координаты по-нормальному, чтобы навигатор вел нормально. Контактного телефона, как обычно, нет, блядь. Адрес ТЭЦ, элемент трейд. Все, вот сейчас посмотрите, куда он нас поведет. Давай, давай, проезжай. На помойку на какую-то, блядь, привел. Это пиздец. А то я здесь уже, получается, второй круг уже нарезаю. То есть по-разному забиваю, а приводит он все равно в какую-то, короче, не туда. Вот, короче, видите? Вот он ведет туда, получается. Поверните направо, во двор. Давай, давай, давай. Вот туда ведет, и где грузовички стоят. Вот там, грубо говоря, слева. Там даже здания нет никакого. А Яндекс говорит, что это элемент трейд. Короче, ладно, давай по-твоему поедем. Выезжаем обратно до ТЭЦ. И я как-то раз на монетке был, конечно. Ну, блин, один раз я был. И тоже как-то я ехал, я не помню, как я туда так правильно приехал. То ли по указателям, то ли за кем-то я ехал. И он, ну, просто как бы вот вместе приехали, и все. По-моему, я за монетки тогда как раз и зацепился. И как бы за ней шагал. 300 метров поверните налево. То есть вот, вот эти склады, они где-то вот там. Сейчас мы ТЭЦ огибаем. А я еду, думаю, блин, что-то вроде я ТЭЦ не огибал. Думаю, ну ладно, что навигатор. Поверните налево. Навигатор знает, он же электронный друг. Через 200 метров поверните налево. Умнее нас, блядь. Тот же самый вот этот элемент трейд, вот это, да, налево. Монетка. Чё, настолько засекреченная компания, что не могут в Яндекс написать, ребята, у нас адрес вот такой-то, ладно, вот геолокация давай, здесь. Поедем. Да заткнись ты, блядь, уже. Поверните налево. Ой, блядь.
трейд. А забиваешь просто монетка. Он, короче, все екатеринбургские магазины показывает. Но не РЦ нифига. Сейчас вот на место приедем, посмотрим адрес. И посмотрим вообще описание здания, что там указано. Где-то, короче, вон там поворот. Потом через ЖД пути. Так, братан, у нас главное. А там, короче, тоже рядышком какой-то склад есть. То есть, ну, это, я так понял, старые склады. И там сейчас только ЖД тупики, то есть все, что с ЖД, по ЖД приходит, там вот они выгружают. Время у нас, короче, 9:24 Москвы. Вчера мы, получается, что, на Святой Руси заночевали. С утра в Первоуральск заскочили. Заправились. Да, вот здесь вот я помню, да, вот я сюда налево заворачивал. ЖД пути. Короче, вот вам не доезжает ТЭЦ, надо поворачивать вот на этом перекрестке налево. Через железнодорожные пути. И вот сейчас там как раз где-то должны упереться в эту монетку. Будь она неладна. Зигзаг сейчас. В общем, расход у нас 14,8 показывает от этого. От Казани, короче, от Зеленодольска. Вот, 1156 километров получилось, 68 средняя скорость. Ну а соответственно от Санкт-Петербурга у нас 2770, 62 средняя скорость, 14,8. Блять, не помню. Ну что-то у... А, вот монетка, вот. Монетка 08 направо. Вот указатели есть. РЦ монетка. Элемент трейд.
до сюда еще доехать надо, чтобы этот указатель увидеть. Ребята. Да-да-да, все, правильно. Вот такие вот тут в Екатеринбурге есть подводные камни. Поэтому Каргаран, как обычно, косипорит жестко. Вон там, короче, детский мир, склады, я так понимаю, вон монетка. Сейчас на стояночку заедем, а я вам покажу навигации, где. Вот, я первый раз, получается, вот здесь накосячил, то есть я вот здесь повернул налево и поехал туда, думал, там где-то въезд. А въезд, получается, вон там. Поэтому мы сейчас сюда на стояночку заезжаем, идем, или вот здесь стать. Нет, тут что-то какая-то автобусная остановка. Ну ладно, давайте, короче, запаркуемся. И где мы находимся? Так, где? Что здесь? Новая Свердловская, улица 5. Вот координаты. Короче, вот нам, вам нужно, если что, Новосвердловская, улица 5. А навигатор, видите, куда приводит? Вот такие вот пироги. То есть вот когда от ЕКАДа вы едете, получается, да, то есть я вот объехал ТЭЦ и вот туда приперся. А надо, получается, перед ТЭЦ налево, через ЖД пути направо, налево и вот сюда. Как-то так. Ладно. Сбрасываем маршрут. Пойдем, короче, зарегистрируемся, сдадим документы, ну и будем ждать выгрузки. Время 9:34 Москвы.